Всем привет! Сегодня аж два праздника в одном. 25 января – День Татьяны и День Студента. Так что поздравляем и Татьян, и студентам. С вами «Сильные новости», рубрика «Короче, Женя». Поехали скорей! Сейчас как заживем в Беларуси. С 1 февраля вырастут пособия по уходу за ребенком до 3 лет. В среднем почти на 9%. Пособие за уходом на первого ребенка будет составлять примерно 540 рублей, на второго и последующего 617. На ребенка с инвалидностью почти 700 рублей. Вот такие дела. Аттракцион невиданной прямо щедрости от Белавиа. Только сегодня на сайте авиакомпании можно купить некоторые билеты по некоторым направлениям. Со скидкой цены стартуют от 36 евро. Скидки небольшие, но все же ощутимые. И воспользоваться ими можно не по всем направлениям. Также количество квитков ограничено, и все подробности на сайте Белавиа. Рассказываю новость по секрету, только никому. В Беларуси разрешили гнать самогон, но только не всем, а с определенной целью для привлечения туристов и возрождения национальных белорусских традиций. Для того, чтобы получить разрешение и лицензию, нужно заполнить специальную форму и подать заявление в март. Разрешат гнать самогон в культурно-этнографических центрах, национальных заповедниках и парках.